С начала года на дорогах республики в более чем 180 ДТП погибло 32 ребенка. Об этом говорили на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. В нее входят представители Министерства образования и науки, юстиции, а также прокуратуры и ГИБДД. Вел встречу первый вице-премьер Анатолий Карибов. Выступая перед собравшимися, старший инспектор ГИБДД Исамагамед Султанов отметил, что почти в каждой 10-й аварии травмы получают дети. Участники совещания также обсудили итоги проведения в республике детского летнего отдыха и меры, принимаемые в отношении несовершеннолетних осужденных и вернувшихся из тюрьмы.